Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про выставку-раздачу животных из приютов Юнафест. «27 января один из залов ВИН-завода превратился в настоящий мир добрых людей и животных. Первые искали себе самых преданных питомцев, вторые в каждом проходящем мимо человеке пытались узнать того самого, своего, любящего хозяина. Выставка раздачи животных из приютов Юнафест в очередной раз соединила в счастливые союзы бездомных животных и владельцев, готовых взять этих собак и кошек к себе домой». У каждого животного на выставке раздачи своя история, и, как правило, не самая счастливая. Кого-то хозяева оставили на улице за ненадобностью, кто-то с самого детства не знал любви владельца, а кто-то, как собака-белка, пострадал от жестокости людей. Белку мы нашли сбитой на дороге со сломанной лапой. Ну, история такая не одна из самых интересных, достаточно банальная, но вот... Били, да, не остановились, уехали, и добрые люди ее нашли. Вот мы ее вылечили, у нее сейчас совершенно нет никаких пороков, у нее все хорошо, все срослось. И вот ищем ей дом. Абсолютно добрая компанейская собачка. Но каждая грустная история на мероприятии Юнафест имеет хороший конец. Рано или поздно каждый подопечный, представленный на выставке раздачи, находит своего хозяина. Так случилось и с кошкой Флай, которую заметила, решила забрать себе посетительница выставки Олеся Щербакова. Да, я первый раз участвую, у меня была кошечка, она много лет с нами прожила, я приехала и сюда решила и доброго друга приобрести, и... помочь тем, кто пристраивает животных, потому что это очень важно. Доброта и милосердие – это самое важное в нашей жизни. На Юнафесте помочь животным из приютов можно по-разному. Если нет возможности забрать собаку или кошку к себе домой, можно внести пожертвование в фонд или просто уделить время и внимание понравившейся собаке или кошке. Еще ни одному животному из приюта ласка не пошла во вред. На состоявшемся Юнафесте больше 60 собак и кошек из приютов обрели своих хозяев. Выставки раздачи животных благотворительная организация Юна устраивает регулярно. Следующее мероприятие планируется в начале весны. О других интересных событиях, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!